Хочешь быть в курсе последних новостей туризма? Подписывайся на наш канал, и ты будешь всегда знать, что происходит в отелях, что нового, что изменилось. Этот канал для вас. Подписывайтесь на него. Заканчивается наше путешествие по Грузии. Сейчас мы находимся в аэропорту Батуми. Сейчас я вам еще раз покажу его. Аэропорт небольшой. Добраться на него можно на такси, на общественном транспорте. С Батуми примерно 6 лар стоит такси. Если с Кабулетти, то примерно 26 лар стоит с центра города. Вот он весь аэропорт Батуми. Он небольшой, внутри только 3 стойки для регистрации. Заранее сюда приезжать не рекомендую, потому что вам будет негде посидеть. Здесь сразу же дежурят таксисты, цены у них выше. Лучше заказывать какими-то сервисами онлайн или заранее такси, тогда вы сэкономите где-то 10-15, а может быть даже и больше лар. Здесь ходят автобусы, можно дождаться транспорта и добраться до Батуми. При входе в аэропорт проходите досмотр, попадаете в основной зал. Вот оно, информационное табло. С левой стороны находится зал прилета. Здесь есть небольшие магазины, обмен валют. Здесь вы можете получить туристическую информацию, в том числе здесь же можно получить право сим-карточки купить. Они бесплатно раздаются, а пополнение сим-карт вот в таких вот автоматах можно сделать. Курс 2.36 сейчас, в городе 2.37, 2.39 местами встречается, немножечко выше. Есть одно кафе. Посередине находится справочно-информационный центр. Вы можете спросить, задать вопросы, если вам что-то непонятно. Здесь же есть кафе. Касса по продаже билетов Белавия. Проходите паспортный контроль после того, как вы сдали багаж. Попадаете в зону досмотра и попадаете в зону дьюти-фри. Все как обычно. Прошли еще раз досмотр. Здесь, оказывается, нельзя пленку упаковочную провозить с собой, поэтому имейте в виду, что в Грузии, в Батуми, если вы будете упаковывать сами чемоданы, потом возьмете пленку с собой, то вас ее выбросят. Также в Турции у нас был случай, штатив для камеры, меня заставили сдать в багаж обратно, посчитали, что я могу кого-то покалечить им, тоже нельзя, поэтому у каждой страны есть какие-то свои такие заморочки, что нельзя на борт, будьте готовы к этому. Сейчас вам покажу Duty Free, здесь один магазин, посмотрю, покажу вам, какие цены здесь, что здесь можно вообще купить. Цены, как в любом Duty Free, 60-70 евро вода. Специальными ценами, видите, на борт Лореаль 38, вода, двойные упаковки, стойки с специальными ценами. Здесь проходит досмотр, вот видите еще раз, сразу же здесь рядом duty free и рядом находится кафе небольшое. Хотите на отдых в этот отель или другие? Мы вам поможем. Закажите звонок у нас на сайте, и мы перезвоним вам. У нас есть удобная система онлайн-оплаты и бронирование для самостоятельного подбора туров по лучшей цене. Ждем вас в наших офисах. Хотите быть в курсе последних новостей? Подписывайтесь на мой канал, и всегда будете знать, что происходит в сфере туризма.